Всем привет, я канал Пушка Игрушка. Хотите собрать такого попугая? Будем его собирать. Сейчас мы его соберем. Вот я разделил все фигурки по местам. И, кстати, я делаю это без инструкции. Вот, нигде нет инструкции. Так что ж, мы будем собирать. Простите, что некоторые детальки до сих пор соединены, потому что они очень сложные. Отцепляются, они никогда не отцепятся. Только самый сильный. Вот смотрите, вы берете вот такую вот детальку, чтобы она была с каждых сторон. Вот. И внизу такая вот штучка. И берем вот такую вот. И потом мы сейчас собираем вот так вот сейчас. Так. И вот такая вот деталька должна собираться. Я вас не обманываю, я правда без инструкции делаю. Я вас никогда бы не обманывал. А, нет, я неправильно собрал, я неправильно, я неправильно. Я думал, что я наизусть выучил. Так. Вот. Вот, наверное, правильно. Правильно. И сейчас мы берем вот такую вот детальку. Ну, можете любого цвета. Нет разницы. Просто я беру вот такие вот из упаковки. Так, надо в другую сторону. Это. И потом берем эту цеплялку. Вот. Получается вот такая вот штучка. Получается. А, я неправильно с этими штучками. Не, ну я не наизусть запомнил. Как вы могли поверить мне, что я наизусть? Сейчас. Мне надо взять одну детальку, которую я забыл на столе. Если я ее найду вообще. Я нашел эту детальку. Она очень важная. Я ее положу в один отдел. Так. И я как раз вспомню, как это делается. Вот, вот так вот. Такая вот деталька должна у вас получиться. А нет, эта черненькая должна быть в сторону другую. Так. Вот. И сейчас мы берем, делаем хвост. Нам понадобятся вот такие вот детальки. Мы берем вот такую вот. И потом мы соединяем эту детальку с
этим и... И делаем вот такую вот штучку. Вот. И потом цепля. И вот так вот получается. Уже похоже почти на попугая. Потом берем вот такую вот детальку. И сейчас мы сделаем. Так. Получаем вот так вот. Ой, мы не сделали не так. Вот так вот. Надо вот так вот. Сейчас будет. Надо сделать. Сейчас я переделаю. Вот, мы должны сделать вот так вот. И потом мы приступаем к крыльям. Простите, что некоторую часть не показываю, потому что мне надо и собирать, и держать телефон. У меня не 4 руки. У нас вот такие вот крылья. Надо нам две таких детальки. И нам надо вот такие вот две детальки. Потом мы присоединяем к крыльям вот эти вот маленькие детальки. И приступаем к голове. Мы вот такой вот делаем. Вот. Еще вот так вот надо сделать. Так. Черный клювик. Так, и теперь самое важное. Мы берем вот это вот. И сейчас... Так. Сейчас.
Так, и вот такой вот мы получаем. Теперь глазки. У меня только такие. Это очень маленькая постройка, но очень сложная. Так. И вот такой вот. Так, и присоединяем. И мы получаем вот такой вот попугайчика. Вы сейчас не будете выключать видео, потому что мы еще дерево будем делать. Понятно? Так, попугайчика мы сделали, теперь приступаем к дереву. Мы берем вот такую вот детальку, как алмазик. И потом делаем вот эту вот сторону. Потом мы берем... Вот так вот. Так. Вот, эта деталька... Ее невозможно вытащить. Я как ни пытался, она не вытаскивалась. И, короче, мы делаем вот так вот. И потом берем вот такую вот детальку. Вставляем ее в эту ручку, штучку. Вот. Вот такая вот конструкция. И потом... Сейчас. И вставляем эту ручку вот так вот. И потом берем вот такую вот палочку. И берем вот такую вот штучку. Так, я одну детальку без вас вставлял, вот, вот это вот, и потом, вот, и вставляем в эту ручку эту штучку, о, рифма, и вставляем в эту штучку. Ручку, штучку. И вот такая вот конструкция. Так, вот так вот. И берем попугайчика. Эта черная штучка вставляется. И делаем вот так вот. И получается вот такая вот штучка. Ну, попугайчик. С вами был... Канал Пушка Игрушка, и мы заканчиваем. Попугай, говори пока. Пока.